Итак, здравствуйте, с вами Black325, и сегодня мы поиграем в Modern Warfare 3 мультиплеер. Скоро я уже буду делать ему Modern Warfare 3, а на Black Ops. И это будет очень круто. Ну что же, а давайте начнем. Сейчас найдем какую-нибудь зону выброски. Ой, зону выброски, я же хотел зону выброски. Вот она. Вот она, зона выброски моей мечты. Ну, Black Ops 2, если честно, оно будет поинтереснее даже как-то так. О! Так. Ну ладно, пока на паузу. Давайте-ка начнем. Да, давайте. Поехали! О, ну тут мы сейчас проиграем. Ну ладно, давайте доиграем на этой карте, я вам покажу ее. Конечно, мы тут вообще ничего не сделаем. Что за нас сделано? Ну, почти. Ой. У нас нет флага. Ну а я 0 очков заработал. Ну так нельзя. Я, кстати, обзор сделал, меня с этого сервера выбили. Вот просто играю, все хорошо. Все было хорошо, ничего не лагало и резко. У вас плохая связь. Это бред! Вот всех выбивало, видите? У нас читер работает. О, Бортвал. Я хочу Бортвал. Это новая карта, хочу вам показать ее. Что у нас есть? Печка. Что у нас печка? МК-46 нам не дадут еще, да? Не дадут нам печку. На дробаше у нас модель. Наша АА-12. Это вообще фигня. Скорость маленькая. Вот я на страйкер буду потом работать. Хотя уже не работать не буду. Уже, наверное, есть те люди, у которых 80-й левел в Black Ops. Это называют их задротами. Ладно, давайте на паузу. Финальные строчки загрузки идут. У меня точёный. Но это карта Brawl Walk в Нью-Йорке, Нью-Джерси. Конечно же, сейчас меня снимут. Кто ты такой вообще, Вася? Ты кто такой? Я бы тебя назвал Динафиг! Ты чё, какие что ли, а? Ты кто такой, а? Ты вообще где? Это ты? Я не понимаю. Ай, больно же. Я ничего не понимаю, что сейчас происходит, Почему я никого не убил? Там у меня этот чули брахлит. Там было написано, двое противников. Я стрелял, нифига никого не было. А ты кто такой вообще, Вася? Вася, как вы меня бесите с этими фигнями ходите, а? Ай, ну так нечестно! Ты меня достал. Бесишь и бесишь. У-у-у! Я беру! Это моё! Ну почему? Почему так жестоко? Мир так жесток. Посылка отправлена. Где Пейвло? Так, ладно, мы держимся. То есть держимся. Эй, ингюшет. Да блин, меня... Как я их не могу с гранаты вынести? Меня выносит просто, не знаю как. О, Пейвло, круто. Блин, ну как я его не убила, а? Приближается вражеская база.
Да блин! Приближается вражеская посылка. Да. Они издеваются. Как вы не можете их убить? Наконец. Да вы издеваетесь. Так, все, мне это надоело. Я разведывательный дрон. Все. Все, и никаких больше не надо. Так, так, так. Ну давайте туда, что ли, полетели. Меня убили, да? Вот так. А их там, они там, да и фига их там. Ну вот и замочите, что так трудно, что ли? Сзади! Нельзя что ли замочить? Ну наконец-то. Народ, ну вон они, чё, слепые что ли вообще? Народ, вы что, издеваетесь? Я в него стрелял несколько лет. Ну ладно, в ней. Не, ну я в него стрелял, стрелял, и стрелял, и стрелял. И чё, нифига, да? Ну блин, вы достали уже меня. Чего мне такая невезуха сегодня? Всего лишь троих убил, так нечестно. Еще проигрываем, бог знает как. Меня оглушают, а мы вообще ничего сделать не можем. Потому что у нас какие-то команды я. Вот, видели, как всех оглушил? Вот, всех оглушил, всех поебал. Попку. Все, моя. Ну вот и что? И вот как? Ну вот, типа, я его убил, и чё дальше? Не, ну видели ли я его хорошо, да? Ну как, а? Вот, ну не, ну вот, короче, все, поиграли офигенно. Отключение по причине плохого, офигенно, очень плохое качество связи. Просто офигенно. Ну все, с вами был Black325, круто поиграли, все. Всем удачи, всем пока, берегите себя, пока.